В Армении протекает вполне предсказуемый процесс. Действующие власти сдают Карабах. Об этом заявил военный эксперт Давид Джамалян, передает Азия Ас. Более того, по мнению эксперта, власти готовы сдать не только Карабах, но и Сюникскую область Армении. Весь этот процесс, как считает Джамалян, будет замаскирован под патриотические заявления и призывы. Действующие власти в лице премьер-министра Армении Никола Пашиняна принципиально не пытаются скрыть угрозу возобновления полномасштабной войны. По их словам, эта угроза велика. Армянский эксперт считает, что в таких условиях власть должна быстро подготовить страну к обороне. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!